Ты брось, Микола, огревать о ней. Отвоюем, тогда видно будет. Главное, дети у тебя есть. Дети, брат, сейчас главная штука. В их самый корень жизни, я так понимаю. Им придется налаживать порушенную жизнь. Война-то разыгралась нешуточная. А женщины, скажу тебе откровенно, самый невероятный народ. Иная в три узла завяжется, а своего достигнет. Ужасно ушлое животное, женщина. Я, брат, их знаю. Видишь, у меня рубец на верхней губе. То ж прошлого года случай. На 1 мая я и другие мои товарищи-комбайнеры затеялись выпить. Собрались семейно, с женами, гуляя. А, гармошка нашлась. Подпили несколько. Ну, я, конечно, подпил. И жена тоже. А жена у меня, вроде немецкого автоматчика, не кончит, пока все обоймы не расстреляете. И тоже норовит нахрапом брать. И была той вечеринки одна барышня. Очень хорошо цыганочку танцевала. Смотрю на ее, любуюсь. И никакой у меня насчет ее ни задней, ни передней мысли нет. А жена подходит, щипает за руку и шипит на ухо. Не смотри! Вот думаю новости. Что ж, не за шворки сидеть, что ли? Опять смотрю. Она опять подходит, щипает за ногу с вывертом до глубокой боли. Не смотри! Отвернулся я и думаю. Не буду смотреть. Лишусь такого удовольствия. После танцев садимся за стол. Жена против меня садится. И глаза у ее, как у кошки, круглые и искру мечут. А у меня синяки на руке и ноге ноют. Забывшись, гляжу я на эту несчастную барышню с неудовольствием и думаю. Из-за тебе приходится незаслуженно терпеть. Ты ногами вертела, а мне расплачиваться. И только я это думаю, а жена хватает оловянную тарелку со стола и со всего размаху в меня. Мишень, конечно, подходящий. Морда у меня была тогда толстая. Не поверишь. Тарелка согнулась пополам, а у меня из носа и губы кровь, как при серьезном ранении. Барышня охает и ужасается. А гармонист упал на диван. Ноги задрал выше головы, смеется и орет дурным голосом. «Бей его самоваром, у его вывеска выдержить!» Свет я не взвидел. Встаю и пускаю ее, ну, жену, то есть, по матушке. «Шо ж ты, — говорю, — зверская женщина, делаешь так твою и розеток?» А она мне спокойным голосом отвечает. «Не пяй глаза на ее рыжий черт, я тебя предупреждала». Тут я успокоился несколько, сел и обращаюсь к ней вежливо на «вы». «Так-то, — говорю, — вы, Настасья Филипповна, показывайте свою культурность. Очень даже это неприлично с вашей стороны при людях тарелками кидаться, имейте это в виду. И дома мы с вами поговорим по душам».
Ну, ясно, что сорвала она весь мой праздник. Губа рассечена надвое. Один зуб качается, белая вышитая рубашка в крови, и нос распух, и даже покосил скудыт в сторону. Пришлось уходить из компании. Встали мы, попрощались, извинились перед хозяевами, все как полагается, пошли домой. Она идет впереди, а я хреноватый сзади. Дорогой шла она проклятая, как живая. А только порог переступила и хлоп в обморок. Лежи, не дышите. А морда у ее красная, как свекла. И левый глаз делает челкой. Нет, нет, да и посмотрит на меня. Ну, думаю, тут уж не до ругани. Как бы чего плохого не случилось с бабой. Кое-как отлил ее водой, отпечалывала смерть. Немного походя, она опять в обморок. На этот раз и глазом не смотрит. Опять ведро воды на ее вылила, она это шла. Крик подняла. Слезы пустились, ногами брыкает. Ты, говорит, такой-сякой, новую шелковую кофточку мне загубил. Всю водой залил, теперь не отстираешь. Изменник. На всякую девку глаза лупишь. Жить не могу с тобой, с извергом. Ну и все такое прочее. Думаю, коль ногами брыкаешь, да про кофточку вспомнила. Значит, оживела. Значит, перезимуешь, милая. Присел к столу, курю. Гляжу, любезная моя встала, полезла в сундук, имущество свое в узелок собирает. Дошла с узелком до двери и говорит: ухожу от тебя, у сестры буду жить. А я вижу, что на ней сатана верхом поехал, и что поперек говорить ей ничего нельзя, потому и согласился. Иди, говорю, там тебе лучше будет. Ах, вот как говорить! Такая, значит, твоя ко мне любовь, что ты не удерживаешь меня. Так никуда же я не пойду, а возьму сейчас и повешусь, чтоб тебе, сукиного сына, всю жизнь совесть мучила. Подумал я и говорю: что ж, вешайся, Настасья Филипповна. Веревка за сундуком лежит. Кинула на свой узел, схватила веревку и в горницу. Подвинула стол, один конец привязала к крюку, на каком когда-то люльку детскую вешали. На другом сделала петлю, надела себе на шею. Со стола не прыгает, а подогнула колени, подбородком уперлась в петлю и хрипит, будто и на самом деле душится. Я сижу у стола, дверь в горницу чуть приоткрыта, и мне всю эту картину очень даже видно. Подождал я немного, а потом громко так говорю: ну, слава Богу, кажись, повесилась. Вот мучился я. Как она со стола сиганула, да на меня с кулаками. Так ты рад бы был, нежели б я повесилась. Такой, значит, ты любящий муж. На силу утихомирил. Хмель с меня как рукой сняло. Даром, что на вечере почти литр водки выпил. Сижу после этого сражения и думаю. Люди в народный дом пошли спектакль смотреть. А у меня дом свое представление, бесплатное. И смех меня разбирает. И на душе как-то не весело. Вот на какие шутки женщины это чертово племя способны.